Паулину Андрееву называли разлучницей. Актрисе вменяли в вину то, что она увела из семьи Федора Бондарчука. До этого он 25 лет прожил в браке со Светланой Бондарчук. Их семья со стороны казалась безупречной. Когда Бондарчук развелся ради молоденькой Паулины, она младше режиссера на 22 года, многие, конечно, обвинили актрису в расчетливости. Мол, отхватила богатого и знаменитого. Будет теперь Федор только ее снимать в своих фильмах. Но прошло время, и буря успокоилась. Бывшие супруги Федор и Светлана объяснили, что Андреева в принципе не разрушала их брак, он и без нее давно превратился в формальность. Если бы любовь осталась, никто бы их не разлучил, а когда не за что бороться, лучше отпустить вторую половинку. Я вообще за сохранение семьи. Если есть что сохранять, надо сохранить. В 2021 году Паулина подарила Федору сына Ваню, которого супруги не показывают публике. Сегодня Андреева больше позиционирует себя не как актриса, а как сценарист.